Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть. Фиг ли мы продолжаем, когда мы только начали? Вообще первое видео. Мы начинаем играть в GTA Online. Вот, я тут в конфе, со мной Инвизик. Инвизик, поздоровкайся. Это вот он. Всем привет. Да, это он вот этой тёлочкой играет. Она у него красивая, сейчас я вам свою покажу. Ну, моя с пакетом на голове. Подожди, а я могу выпить этот самый пока? Сейчас. Вот. В общем, Инвизик, он тут у нас, короче, главный этот, ну, олигарх в этой игре. У него уже все есть. Вот. И к нему примазался я и Артур. Вот, Артур, тоже поздоровкайся. Всем привет, да. Да, ну, Артур сейчас пошел шопиться там в магазин, что-то прикупить хочет. Вот. Мы, короче, сейчас еще ждем Макса, но он там скоро зайдет. Мы будем играть. Я не знаю, как мы будем играть. В общем, как-нибудь будем играть. Блин, а как мне свою тёлку увидеть, ее морду? Никак не увижу, да? Ну, из самолета выйди, увидишь. А, ну да, точно, выйти из самолета. В общем, у Инвизика, он, видите, он катаняша, а у меня, короче, вот. Ну, в общем, вот такой персонаж. Она не вызывает никаких, в общем, таких приятных ощущений, когда на нее смотришь. Вот, ну, такой вот персонаж. Так, это мы прилетели на яхту. Тут, кстати, вертолет. Это яхта тоже Инвизика. Она стоила ему 5 миллионов долларов. Ага, 10. 10! О, ну, ну, это самая полная комплектация. Ну, это самая полная комплектация. А что тут ничего нет? О, он там уже пошел, короче, в бассейн шопиться. Точнее, купаться. Ля, кавабанга! Ля, она сразу, короче, этот самый в купальник переодевается. Да. А на когда... выходе то же самое. А когда я выйду, она сразу... А, о, ля, прикольно. Прикольно сделали. Кавабанга, ля. О, тут можно есть. А, тут можно сесть. Я тут машину Инвизику помял чуть-чуть. Так она у него все равно отрезается. Не, я вообще помял. И бросил в канаве какой-то. А, ну. Этот, Пегас достанет, или кто тут работает на доставке? Как они? Пегасус. Нет, Пегасус — это военная техника. А гражданскую кто доставляет? Морс, механик. А восстанавливает какой-то там иншуэнс. Вот. Кстати, если я ее тебе взорву, то я тебе должен заплатить, типа, по идее. Да. Должен что ты его уничтожишь. Должен, да. Заплатить сколько? Ну, там какая-то сколько часть от суммы. Да. Поэтому я ее бросил, не взрывая. Пока она не взорвалась. Прикольно, я не знал этого. Короче, вот такая вот здоровая яхта. Пошли со мной. А я наверху. Сейчас ты со мной зайдешь. Пошли со мной. Подожди, а куда идти? Я не пойму. Ты вверху, внизу? На какой палубе? Я зашел в комнаты, в каюты. А ты наверху, да? Да, я наверху. Вот там спустишься вниз возле джакузи, там дверь будет. Ну, напротив джакузи так, дверь. А вот в верхнюю дверь нельзя зайти, да? Там только мне. Ну, там только капитан стоит, и все. А, и все. Так, я спустился вниз, и что-то я тут не вижу. Напротив джакузи. Напротив джакузи. Ща. Вот я вышел из двери. Бежим обратно, подожди, где ты вышел? А, прям напротив, еще ниже, а я искал чуть выше. Все, я понял. Вот, я захожу. А, я не могу зайти. А сейчас можешь? Нет. Ну, доступ стоит для яхты для всех. А, во, подожди, Инвизик приглашает на яхту. Во, я зашел. Все, ништяк. Только я... А, вот он, анимашка, я типа зашел. Так, ништяк, тут яблочки. Тут оружие разбросано тоже. Можно подбирать на халяву. Халявное оружие? Это с яхты тоже шло? Да. Вау. Вау, так и у меня нет вообще оружия. Да, в GTA Online у меня самый первый, ну, точнее, он у меня не первый, он у меня, какой у меня тут уровень? Девятый. Девятый, да. Ну, то есть я играл чуть-чуть, ну, точнее, играл не я, играли мои племянники. Вот они, этот самый. А почему-то эта пушка не берется. Значит, она у меня уже есть, видимо. Пошли наверх. Там самое интересное. А я тут в душ зашел. Тут полотенце. Ля, как в отеле, слушай. Прям как этот самый. Ну еще бы, в яхте за 10 миллионов такого не было. Душ? Вот реал, вот если вот отделить вот эту вот часть, вот где вот сам душ, отделить от ванны, вот тут вот стену построить, где я сейчас стою, то это будет один в один, короче, как в этом, в Египет я ездил, вот там был такой вот душ, тоже раковина такая. Вот, а вот тут вот, где эту стену я предлагал построить, тут еще стоял туалет. Вот его перенести и прям вот один к одному, короче, получится. А вот интересно, если донатить, то донаты сразу считаются? Или нужно перезагружать игру снова? Ну, сразу приходит.
Да, прикольно. Ну это именно если через Rockstar. О, ну, да. О, я тачку нашел. А сколько стоит в Rockstar вообще бабулец? Ну нажми Home и магазин. Да. А, во. Сейчас позырим, сколько стоит. Ну там очень невыгодно. Там 8 миллионов стоит почти 3000 рублей. А, ты говорил, можно 100 миллионов рублей за 800 купить, да? Ну там где-то так. Всем привет. О, это кто? Это Максимчик. А, здорово. Привет. Вот, сейчас я попробую подключиться. Надо инвизика добавить тебе. Он у нас, короче, этот самый собиратель сессии. Ну я, тут была конфа, я нажал, оно подключилось. Не-не-не, это в скайпе. А... В скайпе ник написал. Вот, в скайпе ник, чтобы в Рокстаре тебе его добавить. Ну, у него, короче, не в стиме GTA-шка, а в через Rockstar надо добавлять. Сейчас я добавлю. Вот сюда. Так. И прямо. Так, а у тебя что, ты уже как бы играть зашел, или ты же писал там пару часов? Ну, вот вы сейчас слышите шум? Да, нет, да. Нет, шум не слышим, тебя слышим. А, нет, только тебя, да. Просто если сильно будет... Ну, я из-за того, что думал, ну, если не будет слышно нормально, ну, будет слышно не сильно громко. Ну, скажешь, я вырублю микрофон. Ну, грохот. А, ну, да, ну, нормально, вообще не слышно грохота. Вот, так что отлично пойдет. Ля, тут бар, а эта тёлка тоже в комплекте, которая за барной стойкой шла, да? Она, ее за 10 миллионов тоже в рабство она идет. Рабство отменили уже давно, да, но все равно. Ну, где отменили? Когда у тебя есть 10 миллионов, немножко все иначе обстоит. Вот. Так. Я тут тоже могу ей помогать. Этот самый. А можно отфигачить? Нет. Тут вообще воевать нельзя, да? Ну это как. Это и считается как квартира. Я понял. Ля, а прикольно на самом деле. А тут можно планировать ограбление в этой прям на яхте? Да. Нет. А, на яхте нет, нельзя, только в доме можно. Эх ты, а в доме на сваях можно? Ой, на этих, на. Ну, короче, ты понял. Да, на сваях можно. На сваях, да. Ну, он, по-моему, так... можно, надо будет проверить. Инвизик, добавь меня. Да, я добавил. Сейчас приглашение. Нет, я еще не загрузился. А, ну сейчас. Сейчас свой игру загружается. Угу. О, ништяк, так мы сейчас можем, ну, давайте. А, Макс, ты как долго вообще играть можешь? Мы тут часа на 3-4 все. Ну, до двух, в два мне нужно отойти на полчасика, а там не знаю. А, ну в два, короче. Нет, в два, в смысле, ну, в три. Два часа еще. А, два часа, ну нормально. У меня просто разница с... Москвой час. А, я понял. Так, покинуть кабину. Хорошо, покидаем кабину. И, кстати, яхте можно дать свое имя. Блин, фигово, что она плавать не может. Вот если бы она могла... Ну, ей можно управлять за 20 тысяч, но только в определенной точке. А это что значит? Ну, допустим, вот из этого... Ну, допустим, такой же другой порт можно... По периметру карты она плавает. Да. Ну, то есть ты не будешь, как бы, сам процесс плыть, ты не будешь. Нет, ну там заставочка пройдет и все. Ну, понятно. Блин, это на самом деле не очень круто. Вот, я думал... Ну, за 10 миллионов, да, это как-то грустно. О, а там зато лодка стоит, прикольно. Там водные скутера и лодки. Я так и не понял, что за 10 миллионов ты получаешь яхту со скутерами. Яхту, вертолет и все. И все, да. Яхту, вертолет, скутера и... Ну ты можешь зато ходить и говорить, у меня есть яхта. Чего я достиг, да? Да. У меня в GTA есть яхта. Не, ну на самом деле, да. А чё нет? На самом деле, Rockstar сейфели. Инвизик, погнали этот самый, погнали на мотоцикл. Тут как раз 4 мотоцикла, подтягивайтесь, давайте на мотоциклах устроим. Так они не попадут до сюда по-другому. Их надо забирать. То есть, а они прийти сюда просто не могут так? Ну, плыть, если только вплавь. А, то есть мы стоим. Блин, отстой. Ну ладно, погнали. Но мы их можем забрать. Так, ну Макс, я так понимаю, вообще еще не зашел, да? Нет, я сейчас загружусь. А что, в банке накапливаются деньги, да? Ага. Ну, если ты их туда ложить будешь каждый день, то будут накапливаться. Не, у меня просто, я их положил, у меня лям накапал. То есть у тебя было один, а стало два? Нет, ну в смысле того, что у меня был... Было около тысячи. Я дрифтую на этом, смотри. Около тысячи, а теперь лям? Да. Подожди, тысячи, а теперь лям? Да. Что-то какое-то странное. Ну вот, я говорю, накапало. Это, видимо, ты полгода назад положил? Нет. Или год назад? Месяц назад.
Подожди, а сколько у меня? Я в прошлый раз тоже все бабулесы в банк ложил. А как посмотреть? Escape? На... Можно просто Z нажать, и как бы появится справа деньги, посередине уровень, слева игроки. О, так что ты... О, у меня какая-то красная крокозябра вылетала. Деньги у меня 916, я так понимаю, в банке, а было 800 с чем-то. И 125 наликом. Это... Ярко-зеленый это... Ну, то, что на руках, а бледно-зеленый. Так, это а я могу прямо сейчас наличные в банк тоже? Через телефон, да. Так, сейчас, а телефон у нас на какую кнопку? Стрелочка вверх. А, точно. Так. Интернет, да, заходим. Мейзбанк. Так, деньги и услуги. Мейзбанк. Добро пожаловать. Главное меню. Выберите услугу. Пополнить. О. Кстати, яхте можно свое имя задать. Не, это я понял. То есть... Ну и ее цвет можно её менять. Можешь там назвать как-нибудь. И можно, вот она ночью красиво выглядит. На быть ночью. Так, все, я вроде бы зашел в этот. А как выходить? А, сразу на крестик. Вот. Можно крестика, можно по escape тыкать. А в босс, боссы вот это, там босс. О, там пошел стук этого отбойника. А. Это у тебя, да? Да, сейчас отключу сильно, да? Ну да, вот сейчас да, там нормально. Очень сильно. Шашлык, смотри, тут название, вот оно. Где? Ну вот, возле меня. Вот, видишь я? Вот название. А... Россия ты назвал, да? Яхта Инвизика. Да, я ее назвал Яхта Инвизика. А, Россия это просто... Это, ну это потому что флаг российский висит, там можно любые флаги выбирать. А, ля, прикольно. И таким шрифтом, кстати, написали прямо на яхте. Я могу даже прямо сейчас это и все изменить. Не, ну менять, в принципе, зачем? Понятно, вот. Блин, а она на самом деле, вот зацените, что получаешь за 10 миллионов. Я же вокруг обплываю, она, конечно, крутая. А у нее на носу ничего интересного нет, а то я на нос так и не пошел, ну, не дошел. Так, вы до сих пор на яхте? Мы вокруг катаемся на этих, на водных мотоциклах. Блин, недалеко до вас. Ладно, попробую. Ну, ты можешь к берегу подъехать, я тебя заберу. Кто это с тобой? Со мной люди, их три. Вот, ну, то есть Invisix, с которым мы в прошлый раз играли в GTA... Агент Халецкого, с которым мы играем в ЦИВУ. Вот. И Макс Видео, он на этом самом, на стриме. Так, а нам куда вообще плыть? Я правильно плыву? Мы не знаю, я плыву за тобой. А, ну нормально, я значит правильно плыву. Ну если Shift зажать, то ты будешь быстрее как бы плыть. Shift, а что дает Shift? Он, а, ну, она встает. Слушай, нос как прикольно она по волнам сигает. А блин. Ctrl как бы наоборот нос задирает. О, Ctrl, сейчас я задеру нос и... Ой! Эх, ты фигня. Что-то как-то не работает особо. Ля, она сигает, конечно, по волнам. Вообще жесть. Блин, на байк, на этом, на водном скутере. Так, подожди, а ну, остановись. Ты говоришь, shift... А, shift она как бы опускает нос, mm-hmm. да? А Ctrl она как наоборот, бы... задирает нос. Ну, я бы не сказал, что... Ну, она... Ну, если с шифтом, то она как бы сильнее нос опускает, а с контролом она... Ну, как бы... Ну да. Задерживается больше. Понятно. С контролом она чуть выше прыгает, получается. Ну, если чуть так эпичнее. Хотя, наверное, надо с шифтом разгоняться на волну. И... Потом контрол... Вау. Бью. Чисто надо этот самый. Надо, короче, сделать, как в этом, как в седьмом форсаже, когда они перекидывали. Блин, у вас там, по-моему, самая жесть происходит. Ну... Я чуть-чуть зря уехал. Ну ты пошопится. Ля, так а ты меня сбил с этого, а я... А, ой, а чё она к тебе плывёт? А я... Ну, а ты остался на мотоцикле, да? Ну потому что я же сверху тебя был. А, логично, да. Ты прикиньте, он со всего размаху, короче. Так это можно так играть, кто кого сбил до последнего. Да. Фраги. Так, все, Инвизик, готовься. Готовься к смерти. Так, а задирает. Так, вы меня там подберите, я к воде подъезжаю. А, ну ладно, поплыли сначала. А куда? Ну, тут недалеко, если по карте посмотреть. Давай я за тобой, короче. Еще если два раза на Z нажать, то карта увеличится слева. Станет такой большой квадратик. А, да. О, так а мне так удобнее, пусть он так все время будет.
Ну, так можно в настройках сделать, а что, чтоб так постоянно было. Ё-моё, здесь пуск! Так давай, мы тебя видим, ты падаешь эпично по горе. Да, эпично, эпично падаю. Вот. А, так ты еще нормально упал, даже не взорвался. О, сейчас он нас, короче, ты четко в нас летишь. О, и взорвался. Не, ну это было эпично, кстати, такая машина летит. Я к воде подъезжаю, ну машина... Я возле вас, вон он я. Да-да-да, мы видим, вот машина твоя плавает. Вот. Артур Кремер. А как ты сигналишь? На Е. Нет! Ты меня переехал. Я не... Вы что, от меня уезжаете-то? Дайте сесть. Стой. А, плыви, плыви. Ой, тут камни. Ладно, садись. Тут камни. А, ладно, туда уже сел. Да я пытаюсь тебя догнать, а ты уезжаешь. Ты че? Так, ладно, поехали его отвезем. А! Фух, я думал, я сейчас на берег вылечу. Поехали, тебе тоже байк, чтобы этот, ну, водный. Скутер. Макс, а ты где? Ты зашел вообще, нет? Да, он с нами. Он в сессии у нас. А, в сессии? Так тоже давай, давайте его тоже подберем. Он летит вон. А, летит уже. А, вот, ништяк. Такая же пенсия просто от первого лица. Блин, ну, вообще эпично на самом деле. Все так подпрыгивает на этих волнах. А я что-то в сюжетке не помню. Там не было миссий особо водных всяких, да? Там вот с батискафом была, где ты погружался, ну, что-то там плавал, я помню, а вот что-то таких особо водных. Я ё-моё. Я сюжетку прошел, хотя я ее уже давно проходил. Так, все. Теперь надо Макса дождаться, короче. Да он вот уже прилетел. Где? А, во! Ого. Макс, сажайся на скутер. Кавабанга! Такой летит. И вертолет такой утонул. Блин, GTA, конечно. Так а где? Всплывает где-то, надо. Где-то всплывает. А, вот. Садись сюда, короче. Ну или туда. А что здесь, короче, упала акула, что ли, или что? Нет, там вертолет упал. Да, прикольно. Все, погнали. Скутер утонул. Так, ну что ж, я... А его можно воскресить? Я тут просто грохот. Ну я понял, да. Вот. А так а перевернуть? А, во, нормально, перевернул. Что произошло? Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда первый выпуск такой водный GTA Online закончу. А в следующем выпуске мы устроим, наверное, гонки на скутерах. Все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык